Значит, смотрим, значит, у нас есть кор, утес и досека. Значит, калибр здесь одинаковый, патроны идентичны, взаимозаменяемые, везде подходят. 12.7 на 108. Но ленты здесь не взаимозаменяемые. Значит, кор и утес, ленточное питание здесь идет с правой стороны. Вот здесь шторка приемника идет. Значит, вот сам короб открывается таким вот образом. Ленту мы укладываем. Лента емкостью на 50 патронов. Таким образом должен быть завершающий этап. Крышечка у нас потом закрывается. И само собой это все потом будет по переноске бойцом. Так, оп. Транспортное положение у него. Вот таким вот образом. Пальчики надавливаете сюда. Что-то делается, перчатка должна быть перчатка. Ручка для переноски и победы. Если нету, нахуй. Что делаете, блядь? Тросик, проволоку, нахуй, завязали, все, вот вам резина. Обязательно промотать изоленту, чтобы она руки нахуй не резала. На крайняк нет рук из положения, вот так нахуй побежал мне. Есть на дашке, на дышика. Значит, то же самое ленточное питание, но с левой стороны здесь идет запитывание. Тут идет с левой стороны. Здесь идет с правой стороны. Наблюдательно. Вот с правой стороны ленточное питание идет. С левой стороны ленточное питание идет. На ДШК. Значит, теперь поясняю. Лента. Она визуально чем-то похожа. Если смотреть вблизи, она имеет сильные различия. Это на утес и корт. Вот видно закрыто, да, кромка закрывает гильзу. Здесь вот таким вот образом установлены. То есть они не взаимозаменяемые, хотя издалека похожи. Здесь, ну, то же самое, если у нас просто всего лишь 10 звеньев идет, но тут даже звенья по-другому там они маленько крепятся. Надо где-то намутить будете нибудь. Вот. Таким образом. Барыку поищите там. Раз, два. Все. Значит, все. Здесь вот таким образом укладываем. Закрываем. Значит, теперь, как это все делается, вот таким образом, сюда идет, вот она, устанавливается у нас. То есть, это ограничитель по понятным причинам сделан. На боевом его здесь нет. Закрывается. Закрывается все. И потом, соответственно, взводится. Мы понимали. Та же самая может он. Когда мы заведем, вот, здесь приходим сюда, это у нас идет корт. Питание справа налево, тут слева направо, здесь справа налево. Вот сюда, здесь вот у нас поток, мы называли на приемник его. Первым мы вкладываем патрон. Здесь вот пальцы. Вот сюда вкладываем. Раз, два. Когда это будет на весу, соответственно, он будет настоять нас на стойках. Обязательно горизонталь, чтобы лента вот не вылетела нам. Кладем горизонталь и закрываем. Часто бывает, что шторки тоже западают. Можно их просто придерживать. Я так делаю. Придерживаю на и закрыл на. Руки должны перчатки. Все, так же самое, когда он изведен, когда он пристросит, наебнулся у нас. Если он изведен, да, по-моему, где он не вставлялся. Вставлялся, да? Вот. Можно сейчас вставить таким образом, шторку придерживаем, шторку приемника, раз, подняли, и таким образом сюда его. Оп, щелчок, характерный. Вот он заряжен. Теперь переходим на утес. То же самое, ленточное питание справа налево. Точно так же, такая же. Ситуация у нас. Раз, два, три. Закрыли. Открыли. Второй вариант. Эту шторку приемника поднимаем, патрончик сюда поставляем, оп, карантинный шучок,